Герцогиня Камила и графиня Софи устроили гламурную демонстрацию, когда посетили званый ужин в честь вручения наград Raffles Awards в Лондоне. Главнокомандующая стрелками герцогиня Камила выглядела элегантно в черном платье длиной до пола с изысканным V-образным вырезом, демонстрирующим роскошное ожерелье, инкрустированное драгоценными камнями, которое она надела, и соответствующие серьги по прибытии в Гилдхолл лондонского Сити. Выглядела столь же модно. Графиня Софи в роли королевского полковника привлекла всеобщее внимание ярким-ярким цветом, выбрав ярко-синее платье Макси с квадратным вырезом. Софи позаботилась о том, чтобы выглядеть так же элегантно, как Камила. Выбрав красочный набор бриллиантовых сережек и серебряную брошь Bugle Horn из The Raffles, сочетая свое яркое платье с металлическим клатчем. К герцогине и графине присоединились двоюродные братья королевы. Герцог Кентский герцог и герцогиня Гластерский герцогиня Камила объединила свой изысканный ансамбль с клатчем, украшенным драгоценными камнями, и надела серебряную брошь из рога горна с винтовками, которую ей подарили в прошлом году после того, как принц Филипп передал ей историческое военное звание главнокомандующего пехотным полком винтовки. Герцог Эдинбургский был тесно связан с винтовками и их более ранними полками в течение почти 70 лет. Винтовки были сформированы в феврале 2007 года после слияния четырех знаменитых пехотных полков легкой пехоты Деваншира и Дорсета, легкой пехоты, королевской легкой пехоты Гластершира, Беркшира и Уилшира и королевских зеленых курток. С момента формирования полк участвовал в боевых действиях, сначала на более поздних этапах войны в Ираке и в войне в Афганистане. В настоящее время являются крупнейшим пехотным полком в британской армии. Их девиз – быстрый и смелый,